Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Сегодня хотел бы записать видеоотчет. Снова река Петрица, район Сосновки. Пришел сегодня половить на поплавочку. Вот. Место, как и до этого, кормил сухарями. Лунг. Вот, сухарь в перемешку с манкой. С утра где-то часов до 10-11 где-то примерно так. Вот. Клев средний, неактивный. Платвишка попадается, не крупная. Такая маленькая платвишка. Небольшая. До этого были заморозки. Ходил в минус 6. Вот, ловил. На заморозках поймал штуки, наверное, 3, и еще до этого ходил, то есть после момента выпуска предыдущего видео по Сосновке ходил после этого еще 2 раза, да, 3-й раз получается. Вот сейчас наступила оттепель, сегодня 1 марта у нас, первая весенняя рыбалка, можно так сказать. Погода плюс 5, ветер южный, довольно-таки сильный. Поклевки очень и очень аккуратные. Особо так, в принципе, снимать нечего. Ловлю на поплавочку, кормлю сухарями, плюс манка. Вот. И кормовой мотыль еще закармливал, чуть-чуть добавлял. Сейчас вот время, наверное, где-то около 2 часов дня. Клев прекратился. Вообще там где-то раз в полчаса поклевка. Очень-очень аккуратно подойдет, потрогает, и все. Больше не берет. Решил собираться домой. Пора уже, время. Вот. В принципе, как-то так. По общей обстановке народ бегает, народ с утра сегодня было очень много. Приходили, даже ловили щуку, но по результатам ничего не могу сказать, по-моему, у них не было ничего. Знакомый пробегал с чертиком, он сидит вот там, дедок, с чертиком. Одного окуня он поймал, грамм такого на 300-350, неплохого окунька. И еще один знакомый сидел ниже меня где-то. Метров на 20 ловил он. Ну, ловил он на мормышке, на стоячку. Поймал штук, наверное, также где-то 10-15 платвичек. И уже убежал домой. Вот. Так, в принципе, все, будешь снимать нечего. Все. Всем удачи, всем удачных рыбалок. Не хвоста, не чешуй, увидимся.